О нет, ты нашел нас, это хорошо? Это хорошо, нам нужны дубликаты, видишь схему? Нужны две такие карты. Спасибо. О, у тебя есть карты. Пожертвуй две карты могильщикам, давайте. Хорошо, закрой глаза. Это зрелище будет неприятным. Спасибо. Вот твой приз. Могильщик теперь копает вдвойне, бля, прикиньте. У него две копалки теперь. Карта добавлена, супер. Теперь крысы. Видишь схему? Нужны две такие карты, пожалуйста. У меня есть такая. Бля, я опять ансамбль. А, нет, такой нет. Надо, кстати, сходить в магаз, может быть, блять, а где магаз-то был, пиздец? А, вот тут. Ща. Может быть, крысу прикупим ща. Надо у него выполнить все эти квесты с дубликатами. Бля, ебать, нет, неужели пак купить надо будет? Слушайте, а крыса, она в паке попалась мне? Ну да. Блять, а неужели у меня ее нет? А, ну она одна. Давайте паки откроем. Бля, хуйня. Бля, опять хуйня. Вот это крутая, редкая выпала, бля. Редкая выпала в паке. Ураборос, да я без него, блядь, пройду. Мне еще похуй на него. Так, а там не поменялось случаем? Не, не поменялось. Так, а могильщик у меня... Его надо, наверное, добавить. Да. Могильщик надо добавить, окей. Простите, чат. Так, мост починили. Ну и вот два последних босса осталось у нас. Только... Знаете, что сделаю? Попробую-ка я вот на этой хуйне поплавать. А, типа не могу. Окей. Извини, но мы тебя не простим. Ну идите в жопу, чё, блядь. Так. Ну чё, давайте мага сначала отхуярим. Записка. Приветствую, если ты это читаешь, значит ты желаешь вызвать меню меня. Магнификуса на карточный дуэль. Спасибо, дети хоронят коня за 4. Я окажу тебе эту честь, но сперва ты должен сразить трех моих выпускников. Их местоположение тебе предстоит узнать самостоятельно. С уважением, Магнификус. А, понятно. Изнутри сундук был покрыт липкой зеленой слизью, но вам удалось найти один набор карт. Вы получили волшебный набор. Бля... О, блять, в волшебном наборе выпало. Ебать, пошли. Ебать, дропнулось в волшебном наборе. Наши эксперименты должны продолжаться. Да две одинаковые карты? У тебя получилось, теперь давай карты сюда. Да. Закрой глаза. Сейчас сделаем более крутую курс себе. Хочешь посмотреть, что мы сделали? Короче, крыса теперь, которая спамит по две крысы, блядь, как я понимаю. Охуеть, папаша, чё? Чё теперь? Чё? Видишь схему? Нужны две, пожалуйста. А я не знаю, есть... У тебя правда есть карты? Хорошо, давай их сюда. А, это сторожевой дрон, у меня... Да, отвернись. Мне кажется, это исследование позволило нам лучше понять. Мы не должны об этом говорить.
Сторожевая опора наносит 1 единицу урона существу, занявшему ячейку напротив. Так, ДП, сторожевая наносит 1 единицу урона существу, занявшему ячейку напротив. То есть 2 раза я не понял нихуя, но он... Он типа требует вот такую хуйню в ресурс. Не знаю, что за какая-то хуйня. Дельтарун главу вторую буду проходить, не знаю. Так, наши эксперименты должны продолжаться. 2 одинаковые карты есть у нас? Нам нужны дубликаты, видишь схему? Блять, у меня ее нет, окей. Это магический набор, я думаю, что мы здесь найдем где-нибудь. А, погоди. Ебать, тащи не туда. Причудливый монокль, вы его надеваете. Блять, чего? Опа! Записка приветствую... Череп. Череп, короче говоря, полет. Череп. Череп, полет, череп. Ебать, что это, бля? Жижа ебаная. Так, я чё хотел, чат? Нам нужно провернуть хуйню с... Вот это вот, которую я хотел. Здесь 2 сломанных. Надо 1 убрать. Как бы провернуть? При этом мне нужно 6 костей. Так, эти мне нужны. Сейчас я уберу все карты. Могильщиков оставлю. Белку. Клубок белок. Жабу можно оставить. Ворона убрать. Груду костей убрать. Этого. Этого. Поняли, что я хочу, да? Я хочу в сражении сейчас не выиграть, а хочу попытаться собрать вот это вот. Я вообще на самом деле не знаю, можно ли их собрать. Я просто подумал, что в этой игре это вполне возможно, потому что, ну, сами понимаете, игра ебанутая. Нужно еще что-нибудь за 1, чтобы я мог немножечко пофармить костей. Ну, например, так, не знаю. Это боль невыносима, и мои органы плавятся. Видишь, Магнификус превратил меня в эту слизь для последнего экзамена. Мне нужно одолеть еще одного соискателя, тогда я заполучу свое законное место. Законное место в колоде хозяина. Я стану одним из его бесценных козырей. О, ничто меня не остановит. Понятно. Да, опа, пришел. Так. Твое дерьмо. Шо мое дерьмо, блядь? Ага, блядь, смешно, кстати. Мне нужно 6 костей высрать. А почему он копает только 1 кость? А, вот, все, 2. Блять, давай, приходи, еще 1. Бля, где же ты, ебаный рот, блять. Блять, где ты, сука? Thank you.
Бля, я в ахуе, где он? Блять, ну давай! Бля! Бля, ебать, не повезло, что не пришел второй. Пиздец. Сейчас, я специально с такой колодой, чат. Так, теперь пришел, блять. Кость получил, супер. Бля, это плохо. Давай. Копайте кости мне быстро, пока я не сдох, блядь. А, уже? А чё так мало хп-то, блядь, алё? Так, ну чё, ну сойдёт. Так, блять. Так, здесь надо заблокироваться. Нахуй кошку. Надо, чтобы копать начали сразу. Блять, вообще не то, пиздец. Задефаемся немножко. Да, надеюсь, я не выиграю сейчас. Ой, блядь, хуйня ебаная. Да, надо вот так в уголок, чтобы не убить его. Ой, ёбаный рот, блядь. Так, убьем его потом, если что. Где они? Да ёб твою мать, вообще не то. Так, ну пусть он еще один удар нанесет. Пока поддержим его. А этому нельзя самонить. Бля, пиздец. Так, надо вот этого убивать, чтобы он не бил. Да давай, где талисманы, ёбаный твой рот, блядь. Блядь, да ты угораешь. Пизда, блядь, ты угораешь, да? Блядь, да ты шутишь, ёбаный твой рот, нахуй. Так. На, разрушься, ладно. Блядь, какой трэш. Пизда какой не заход... Блядь, где? Ей! Ебать! Работает! Я был прав! Охуеть! Я до этого, кстати, сам додумался. Вы получили старинные... Ебать, реально работает, прикиньте. Блядь, реально работает. Так, ну теперь надо победить. Тогда уж. Ну, на всякий пожар надо. Надо выиграть. Ебать. Нет, прошу тебя. Пожалуйста, скажи хозяину, что я сдал экзамен, он ничего не узнает. Вот, возьми этот набор. Мне кажется, это для жертвоприношения, для жертвы какой-то. Спасибо, Авидеус, за подарочную, вторую. Благодарю тебя. Спасибо, бро. А, мага, кстати, нет, которого надо совместить.
Вот, я могу открыть для тебя дверь. Спасибо. Так, все, идем отсюда. Так, единственное, что деку надо поменять опять. Так, кошку оставляем, богомола, могильщика оставляем, белка нужна, клубок белок. Так, сломанный, вот этот можно уже убрать. Так, этого убираем, хорошо. Теперь надо вернуть что? Груду костей, которая бафается. Могильщика надо вернуть. Чтобы забрать в руку скелета. Нет, не надо. Я просто не помню, как я играл уже. Кстати, вот еще. Вот еще они. Но нам не надо, как бы. У нас один есть. Так, ну хорошо. А, так, теперь нужны гризли. Три гризли будет достаточно. Вороны. Большой этот. Псины. Крысы. Да и все, наверное. Только как я наположу? А, ну это у меня тоже есть. Ну, попробуем так. Я уже просто не помню, какая у меня была дека. Так. Го. Может быть теперь? Из саркофага повеяло гнилью. Старинный обо... Вот! Я был прав! Я пришел домой со школы, дома мать опять пила и была все время нетрезва. Батя ушел из семьи, когда я только родился. Все, что у меня есть, это его свадебная фотка с моей мамой. Я зашел на свою любимую площадку Twitch, и стримеров, которых я смотрю, никто не стримил. И Twitch выдал рекомендацию канал Hell Replay. Я был крайне удивлен, когда на вебке убил своего отца. Папа, вернись. Спасибо, спасибо большое. Анастасерариафлайфлафафафаф. Прекрасное подношение. Вау! Блядь! Ебать, стример секретки щелкает. Какого хрена? Погодите, я потом сюда пойду. Я объясню, что я хочу сделать. Во-первых, у нас появился монокль. И нам нужно пройти по локации, чтобы зачекать вообще, что можно увидеть. Скажи, ты будешь проходить Beholder 3, когда она выйдет? Если да, то где? Не ебу, блядь. Когда выйдет, тогда и подумаю. Я никогда не строю таких долгих планов. Так что спрашивать у меня бесполезно. Так, а тут что-то есть? Нет, здесь ничего нет. Может быть, здесь что-то найду? Не. Ебать, стример Рубин, я такого еще ни разу не видел. Это шутка, блядь, сарказм какой-то. На самом деле, я и вправду молодец, что догадался. Это охуеть. Но с такими играми предсказуемо. Просто в этой игре куча таких вещей должно быть. Опа! Вот оно! Смотри! Смотри! Немногие игроки меня навещают. Порой я задаюсь вопросом. Какой была моя цель в этой игре? О, вижу, ты хочешь узнать нечто большее. Что я могу тебе сказать? Я видела старые данные. И я ничего не расскажу ради твоего же блага. Повторюсь, я не скажу ни слова про старые данные. Знание есть погибель, но вас, игроков, это никогда не останавливало. Могу лишь сказать, что это порочные познания. В них столько зла, что они повредили эту дискету. Думаешь, Inscription хорошее место? Нет. Что тебе дозволено знать? Спроси у переписчиков. Их не заботят человеческие жизни.
Оставь меня с моими мыслями и поделками. Я была марионеткой в руках Лешего. У меня достаточно пищи для размышлений. До встречи. Окей, все это хуйня, это подсказки. Давайте попробуем поговорить с Лешим. Переписчик зверей был побежден. Переписчик зверей... А, все, нет, ничего. Хорошо. Тут тоже ничего. Так, там не было, но здесь мы еще не были. Спасибо большое, Илья, за тир 3. Благодарю тебя, 12 месяцев. Спасибо большое. Здравствуйте, мы из немецкой порноиндустрии. Хотите сняться в наших эпизодических фильмах? Все деньги с проката фильма пойдут в Greenpeace. Ну, блядь, если не мне, то нахуй. А, причал надо еще посетить, да. Ты не все комнаты в башне исследовал? Да ну нахуй, блядь! Те, которые закрыты, тоже не исследовал! Чувак, я знаю это! Я специально не пошел дальше, а пошел сюда! Гений ебаный, блядь! Смотрите, карты... В пещере необъятной, там, где солнце не найти. К повелителю костей ты решился подойти. Ты слышишь их, старые данные? Слышишь, как они портят и извращают, как образуют непостижимые картинки? Не подходи больше ко мне, если не собираешься боготворить меня, боготворить их. Значит, ты настроен серьезно, отлично. Возможно, ты не поймешь их смысл, даже я до конца не понимаю. Но их могущество ощутить однозначно. Ощутишь однозначно. Старые данные ничего не берут и не дают, а вот я даю. Прошу, прими эти скромные подношения. Вы нашли странный мерцающий ключ, его предназначение пока неизвестно. Масол повелителя костей наделяет владельца костями в начале раунда. Вы находите карту на пьедестале. Вау, это что? Рог повелителя костей. Используется при нажатии. Отдайте одну единицу энергии, чтобы получить 3 косточки. Энергии именно. Мы еще встретимся. Ступай, мы еще встретимся. Это все? Так, он дал нам ключ. Бля, нихуя себе. А если я с ней поговорю сейчас? Ступай, мне нужно собраться. Понятно, ей почти похуй. Подождите, вот зеркало. Ну-ка, дайте-ка я к зеркалу подойду еще. А если я в другом облике к ней подойду? Понятно. То же самое. Уф, понятно. Может быть, в доме здесь? Понятно, ладно, пойдем.
Так, хорошо. Слева дверь, справа дверь. Это оставшиеся двое. Ой. Там, кстати, еще дверь. И яма. Мага еще нет. Кстати. Добавим его. Не знаю, это энергии тратить, как бы, не очень хорош. Хотя. Мы можем так расформить через нее. Наверное, просто пиздец. Но для этого надо урон наносить. Так что такое. Так раскормим, я думаю. А, вот этот гробик, кстати говоря, трансформируется в 3-3, насколько я помню. Кровь. Манекен смотрит на вас безжизненным взглядом. Внезапно он начинает шевелиться. Так, хорошо. Пиздилка с манекеном. Силовой маг не подвергается намеченной атаке другого существа. Не подвергается... Понятно, блядь. Угу. Ну, давай. Разъебем манекены. Когда манекен мага погибает, нас выдержится, получается, рубиновый мокс появляется. Блядь. Хуёво. Так, а рубиновый мокс... Перемещается... Понятно. Блядь, мне нечего разыгрывать, смотрите, не заход какой. Блядь, мне нечего играть. Что за прикол? Да, блять, лол! Что за, блять? Блять, серьезно, мне может прийти что-то другое? Бля, я понял свою ошибку. Хуйня. Шарниры встают в прежнее положение, и манекен снова обретает безжизненный вид. Я понял, что надо сделать. Все понятно. Нам нужно искать этого, как раз таки. Который сможет его задеть боковой атакой. Ебать костей. Давай, 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 богомол нам нужен. Богомол, блядь, богомол. Богомол, блядь, богомол. Пиздец. Богомол, блядь, богомол. Богомол, прием, богомол. Богомол, блядь, ты где? Ебать, папаша. Так, о, вот здесь. Давай. А, в смысле, блядь? Это тоже считается направленной атакой? То есть, даже если я бью боком, он не умирает. Сергей, добрый вечер. Вас беспокоит хакерская группировка «Анальный код». Мы выяснили, что наш недобросовестный сотрудник украл с вашего ПК личные данные, включая записи с Георгией в вашей квартире, а также редкую коллекцию зоопорно. Я сексуальный конь. Скажите вашу почту, мы вернем все ваши видео и фото. Кстати, красивый хуй, Сергей. Спасибо, я в конце стрима напишите, я отправлю.
Блять, это мне нужно. Мне нужна другая карта. Чат, смотрите прикол. Тридцать шесть на 37. Манекен мага взять из мирный урон. Можно было формануть деньги через него. Блять, так, окей, короче, с ним не получится так. А тут что? Может быть, тут то же самое? Не. Так, яма, погодите, давайте в яму. А, понятно, просто сюда возвращаемся. Главное, чтобы жопой, блять, сюда не ёбнуться. Так, окей, нам нужно что-то, когда бомбобот погибает, существо напротив, и соратники спасают, получают... блядь, и как он должен сдохнуть, пиздец. Ячейку напротив. В конце хода владелец на каждой цене ячейки внутри цепи, которая замыкает проводники, появляется... А, молотком же можно ёбнуть его, да. Но это, да, через него надо убивать, все, да. Давайте возьмем его и пойдем. Тогда окей. Бомбу его надо ебануть и все. Ой, блядь. Хуяк. 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 Так, ну и в целом, просто можно ждать. Ждать, пока не придет. Ждем. Пришел. Все. Так, дальше. Би-би-би-би-би. Дальше, дальше, дальше. Можно бабла формануть. Как мы это сделаем? Сейчас форманем бабла, чат. Мы наберем костей и пизданем просто в ебало с пробафанного этого. И получим дохуя этих. Стример нас игнорит? Знак на манекене? Ну, рубиновый мог что, блядь? Ну, что, блядь, знак на манекене? Какая мне нахуй разница, что у него за знак, блядь? Мне вообще похуй на его знак. Дед слепой, что, блядь?
Появляется рубиновый Мокс, освободившийся. Когда манекен мага погибает на... Манекен мага атакует противоположную направленность, даже если напротив есть препятствие. Что, блять? Вы про что, блять? Череп на карте... Чат, можно спросить, при чем тут, блядь, активация пилона, нахуй, блядь? Когда я сейчас хочу просто фармануть денег, блядь. В чем сучья ваша причина, блядь? То, что здесь череп, блядь, как его, череп, этот, как его, вы поняли, блядь, код для пилона? При чем тут, блядь, он вообще, нахуй? Долбоебы! Пиздец, блядь. Так, 71. Я думаю, хватит. Сейчас будет дохуя. Так. Это ставим сюда. Это сюда. А от нее еще не пришел один, да? И... И белки больше нет. Белка только клуб... А, нет, белка есть. Так. Можно, конечно, еще рипнуть. Этих двоих вытащить барбоса тогда. Здесь еще поднять. Только будет ли это выгоднее? Наверное, нет. Абузер, абузер, абузер. Так, последняя была эта. Может быть, она первая тогда? Нет. Так, надо потом будет закупиться. Представь, что ты кубик льда, медленно тающий на горячей сковородке. О, я просто говорила сама с собой, когда ты просто голова на копье, то твоя боль. Ну, в общем, она того стоит. Разумеется, Магнификус окажет мне бы высшую честь. Я стану жемчужиной его колоды. А вообще, чат, на самом деле вы себя ведете как объебосы, блядь. Я не вас, не в целом говорю, а только некоторые из вас, блядь. Когда даже если представить, что я чего-то, допустим, не замечаю, блядь, куча абсолютно высокомерных объебосов, блядь, я вот видел никнеймы, пишут, блядь, ебать он тупой, ебать он это, блядь, господи, просто, блядь, ору, блядь, сидят, блядь, пёздари, блядь, дегенеративные. С генетикой, сука, блядь, как у сковородки, блядь, изгаженной парашей.
И из-за того, что ты что-то, допустим, даже сразу не увидишь, сразу, блядь, умозаключение, блядь. Хотя уровень в развитии, блядь, по сравнению со мной просто, блядь, яма ебаная. Так что вы поняли, про кого я говорю. Завалите ёбычи, блядь. В следующий раз, блядь, обоссу, блядь, и обосру прям нахуй здесь. Будете потом плакать, блядь. И просить у мамы, блядь, хуй. Пососать. Ебать, он злой? Ну, конечно, я, блядь, злой. Это я, да, я, и, конечно, я злой, блядь. В этой ситуации я син хуй, блядь, злой я. Так, ебашим так. Бля, хуёво чё. Блядь, говно ебаное, а мне нечем играть. Ну где карты, ёб твою мать, а? Охуеть. Найс зашло, блядь. Найс заходик. Да не, колода заебись на самом деле, просто небольшой незаход. Вот здесь как бы уже охуенно. То есть здесь прям вообще заебись. Сразу ебашим сюда, вот так вот и погнали. Здесь задефаемся. Все. Так-то заебись. Я не злой пенсионер, чат, блядь, ну. Может быть, я и не стану его основной картой. Без разницы, пусть держит меня в колоде запасных. Я привыкла его разочаровывать. Возьми этот набор. Бля, мне нужен второй маг. По-моему, вот этот вот. По-моему, вот он нужен для... Ну, вы поняли. Иди. Так, хорошо, потом, блядь, подожди. Подожди потом. По-моему, вот сейчас. Во. Да. А, бля, у меня только одна такая. Ну ладно. Го заглянем сначала в эту комнату. А, ну здесь торговец, классика. Собранные карты. Просто коллекция. Так, хочешь что-то купить? Вот у него набор мага. А, вот, кстати, маг второй. Я его купил за двушку. Все, пойдемте. Рокзарио, завали ебало. Тебя не спрашивали об этом. Го. Подсказчик хуев. Да, полагаю, мы познали суть. Суть. Да, суть того, когда, но лучше нам о нем больше не говорить. Короче, он потихонечку начинает рассказывать. Так, синий спарамаг, вы берете столько карт, сколько моксов лежит на вашей стороне доски. В пизду, блядь. Опа! Еще один ключ! Вы нашли странный мерцающий ключ, его предназначение пока неизвестно. Второй! Так, давай еще раз. У меня есть, да, два могильщика есть, давай. Хорош. Так, давайте сразу возьмем двойного. А почему его нет? Подожди, блядь. Я... А, вот он, блин, господи. Короче, две крысы надо. Интересно, он еще раз даст нам что-то? Или все? Ну, крысу надо ролить отсюда. Либо из другой деки.
Ну ладно, я думаю, достаточно на самом деле. Я думаю, что он не даст нихуя больше. Второй ключ, блядь. Окей. Пойдем. Ой. Так. Записка. Нижний символ найдут те, кто плохо слышит. Или же те, кто хотят слышать меньше. Вообще. Средний символ найдется во мгле. Сундук был пустым за исключением одной карты. Кролик. Чё, блядь? Возьму, ладно. Верхний символ найдется у скупердяя. Так, а что это вообще такое-то? Лупа какая-то, залупа. Здесь во мгле, блядь. Во мгле, типа, внизу, блядь, что ли? Под землей? Скупердяй, это что? Ну, я к тому, что... Это деньги? Что это, блядь? Ну, типа, заяц в какой-то хуйне. Может, во мгле имеется в виду вот тут вот? Блять, я? Вы тянетесь дальше, находите символ. А, в том месте, где раньше лежала карта. Вот, зацените. Вы тянетесь дальше, находите символ. В том месте, где... Понятно. А, вот еще след, смотрите. Тут есть тоже проход. Понятно. А, я уже правильно... Блять, окей. Наконец-то! Стимуляция! Мое испытание — сенсорная депривация, если что. Чтобы раскрыть мой истинный потенциал, если что. Теперь он раскрыт, слышишь? Магнификус, я готов! Надо сразиться, да пожалуйста! Спасибо, Стиксон, за 45. Так, ну в целом... Стример. Ебать, я здесь сейчас сыграю, кстати. Просто, бля, медведем в ёбыч пойду сразу. Нормал, нормал. Так, ёбнем его. Все. Это стимуляция, просто нечто. Мы же еще не закончили, верно? Я вновь хочу увидеть лучи света. Хочу петь, танцевать. Ты же не собираешься вот так уйти? А вы получили волшебный набор карт. Карт добавлена. Хорошо. Если я открою дверь, ты же потом заскочишь ко мне и поможешь мне выбраться. Ведь так? Блять, ну я бы ему помог, кстати. Поч нет. Ой, блять. Так, а вот и магники кукикс. Записка. Дрожайшая Гримора, я подозреваю, что план Поз приведет к вещам более серьезным, чем простой захват власти. Его затея, касаемо великой запредельности, повлечет за собой непредсказуемые ужасные последствия. Записка резко обрывается, я прошу тебя поразмыслить над... Так, давайте пока не будем с ним пиздеть, подождите. Пойдем сюда.
Ванная комната. Великий Кракен. Когда ходит противник, Великий Кракен ныряет вглубь. При этом существа напротив могут атаковать владельца карты напрямую. Просто для коллекции. Блять, забавно. Я столько вещей прикольных нашел, секретных. А, ты наконец добрался до меня, как сражались мои ученики. Хотя это не важно, у нас есть проблемы гораздо серьезнее. Ты хоть осознаешь, частью какого холста являешься? Нет, ты всего лишь кисть, всего лишь инструмент гениального художника. Предвидение жжет мое око. Очко чуть не прочитал, блять. Будущее обещает быть очень-очень мрачным. Сперва мы должны сразиться. Узри! Кисть переписчика Волжбы! Мои ученики все бы отдали, чтобы быть увековеченными в моих картах. Но это не единственное предназначение моей кисти. Кисти, не знаю. Эту карту можно отбелить. О, и немножко красок. Бля, сука, харе! Блять, он танцует здесь, смотрите. Бля, когда появляется клубок из белок, вы получаете кролика. 9. Блять. Карты моксов на стороне владельца получают 1 единицу. Бля, ну и хуйня. Вот здесь мокс, правда, появится. Так, ну что мы делаем? Выхуяриваем его, шотаем его. Так, кролик, что он сделает? Опять карты моксов. Блять, пиец. Хуярим это. И... хуярим собаку с камбэком. Пусть грызет. А то они сейчас пробафанные будут. Блять, она хуярит, кстати, в ответ. Блять, он все говно, блять, засрал мне, мудак. Опять моксы ебаные. Бля, какой трэш. Бля, сука, он мне весь билдек засрал, мудила ебаная. Так, кролик убьет этого. А здесь мы ёбнем эту хуйню. А собака как раз добьет это говно. Да, все, до свидания, блять. Эта хуйня сдохла. Кролик шотнул. Опять мокс появится, если чё. Так, ну там этот выходит, давай задефаем, пусть ему... А, мне надо убивать, не. Блять, жаба опять на кролике, ёб твою мать. Кролик, ну вот это, кстати, нормально. Сейчас, секунду, ребят. Сейчас одного чувака из друзей выкинул. Он подумал, что в приват лучше писать, чем в чат. Нахуй пошел, братан. Такс.
Его, наверное, оставляем тогда. Кролик от кролика здесь будет. Вообще, он даже частично как будто бы усилил мне деку. Пиздец. Ну вот это, конечно, жалко, блядь, он переделал. Так, это пока оставляем. Оставляем. Ха, видимо, возраст уже дает о себе знать. Возможно, мне вновь придется разукрасить карты своей кистью. Блядь, как ты душишь, ёбаный твой рот. Ну ладно. Все? Что ж, мы сразились, и теперь я могу тебе открыться. Видишь ли, мой глаз, он болит, потому что помнит, как его вырвали. И мне абы кто, не абы кто, а сам леший, переписчик зверей. Он сам тот еще зверь, высокомерный, упертый, одержимый захватом власти. Но он еще и самый гнусный гегемон на этих просторах. Как ни странно, удаление моего глаза еще не самое худшее, что могло здесь случиться. Сейчас в чат кое-что сделаю. Блять, охуенная игра, да, чат? Вы соглы? Что, вы соглы, что заебись? Вы соглы, что заебись? По-моему, прямо кайф. Так, ща. Блять, 5 чек. Секулю. Так, гон. Как ни странно, удаление моего глаза еще не самое худшее, что могло здесь случиться. Я также... что? Он исчез. Окей. 2 набора. О, зацени, костяная гончая. Все? А, подожди, вот это было? Так, ну получается, его мы разъебали, чат. Остался последний. И у нас 2 ключа. Интересно, где же еще один ключ-то? Наверняка же ключа 3. Так. Хочешь бросить мне вызов? Давай-ка сначала на колоду твою взглянем.
А карты это слабенькие, абсолютное отсутствие синергии. Этот хлам не способен мне противостоять. Слушай, я тут пытаюсь составить реестр всех проводников, но эти боты на производственной линии никуда не годятся. Заставь моих рабочих изготовить что-нибудь качественное. Если надо, пусть хоть сами на конвейер бросятся. И попрошу тебя обзавестись к тому времени приличными картами. Вы копошитесь других в груди старых карт и находите один набор. Техногенный набор. Я чё, залагал? Узнай, почему они посылают мне всякий хлам на сканирование. Понятно. А, понятно. Пизделка за наборы. Три... А, подожди, а где активировать? А, вот тут активировать. Все. Замок открыт и выдвижной ящик вместе с ним. Внутри лежало два набора карт. Нормально. Ой. А, сюда мы не можем. Подожди. Да, здесь он рипает. Остается один. Так, тут только три. А этот не засчитывается вот из-за этого. Блять, а что я с ним сделаю-то? Блять, это какая-то синергия вот на этой хуйне. Я только не знаю, что он делает, эта штука. Блять, странно, а я как бы что здесь делаю-то, лол? У меня всего на этом. Сейчас, надо посмотреть, что это такое. В конце хода владельца на каждой пустой ячейке внутри электрической цепи, которую замыкает проводник, появляется попрыгунчик. Понятно. Блять, а мне это... А, мы же можем... Все, мы же можем ее сюда ебануть. Все. А, блять, вот это надо брать. Нет, подожди. На каждый пустой. Но это он шотнет. Да, тут как бы ноль. А, мы можем ее к себе перенести, блядь. Блядь, а что за попрыгунчик-то, ёб твою мать, погоди. Так, ради интереса. Почему тебя называют безумным? Вот поэтому. Привет. Я не понял, все равно как написано, что на пустой клетке. А, я не тот эффект почитал, блять. Привет, Теснейм. Они просто были похожи, значки. Понял. А я думаю, что за хуйня? Наверняка на конвейере можно что-нибудь найти, мне кажется. А может быть и нет. Может быть и нет. Ноль один. А, надо обязательно все?
Их надо соединять или... А, вот она как работает, все. Типа подзарядить по бокам, ясно. Два из шести. Ясно. Ебать, здесь наборами забрасывают, конечно. Кстати. Я прирожденный маг. Кто-то не согласен? Мы оленя тема получили. Тема про акции жопы стримера вот. В силе. Тема про акции жопы стримера... Чё? Да, нет, не понимаю. А, не, уже все. Когда клиника, блядь, ну это за 6, и хотя он, блядь, он бесконечный. Бесконечный, ебать. Не, все плохо. Что тебе надо? Разве ты не видишь, что я очень занят? Что позволи... Мама отрывалась, когда тебя носила, и пила в запой. Мама отрывалась, когда тебя носила, вот ты и тупой. Спасибо, Глубяка, за 200 рублей. Госпитализировались с чем? С ковидом, бро? Что, пост недоволен моей работой, но я всего лишь инспектор. Чтобы улучшить ботов на линии, мне придется... Да кто ты вообще такой? Почему ты выполняешь приказы пост? Пост доверяет лишь тем, кто хочет что-то кто хоть что-то понимает в карточных играх. Я очень занята, но я должна знать, насколько ты компетентен. Окей. Давай... Разобьем ебало. Ну, здесь в целом нормально, через лося можно сыграть. Ну да. Эту хуйню надо уёбывать под зарядку. Так, и сюда. Гон. Минус заряд очка. Заряд очки нет теперь. Заряд очки нет. А теперь зарядочка есть. Так. Это надо будет разъебывать, поэтому могильщика ставим сюда. Так, этого рипаем. Ставим это. Бля, ебать, да, получил сразу. До свидания. Так, белка, но через белку мы не разыграем. Ждем еще. Отлично, так, стоп. Белка сюда, Котофеевич. Так. Еще одного. Ну и ну, похоже, ты не врал про приказ ПОС. Как я уже говорила, я всего-навсего инспектор, не инженер, не проектировщик. Я не могу отправить новых ботов, но я могу отправить себя. Я горжусь своей верной службой. Рада встрече, незнакомец. Кстати, тут что-то еще новое едет. А, они остывают уже, понятно. Так, а он дает плюс куда? А, обязательно надо все заполнить. Нихуя, еще и минус энергия. О, боги-боги. Так, 4.
А, он на всей цепи дает минус. Блять, так. Понятно. А, и эту обязательно класть, блять, надо. Как она работает? Понятно. Мы можем заблочить также. А это не будет работать. Это типа блочит цепь. Это блокиратор цепи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что это было? Мы... Я плавильщица. Мне посылают сырье и... Ну, ты сам понимаешь. Выпусти меня! Ни слова больше. Мы должны сразиться на картах. Короче, хочешь сбежать тоже. Так, энергия, бла-бла. У нас здесь нормальный, кстати, сетап получается. Мы здесь как делаем? А, правда, потом это рипнуть придется. Белок можно наспавнить. Но мы, наверное, не будем этим заниматься. Мы сделаем так и вот так сразу. В 2К въебыч впиндюрим. Так, 0-0. Найс, отспавнились, мудаки. Так, здесь блокаем. Сейчас прервем цепь. Здесь блокаем. На всякий. Так, 2 энергии за суисайд. Не, пока не надо. Все. Просто лосем забили его. Я... Что-то сражение было великолепным. Итак, теперь, когда с этим покончено, что ты хотел мне сказать? Пост требует более качественных ботов. Видишь ли, я плавлю металл, но я не могу перепрограммировать штамп машину. Нет, я знаю, где можно найти одного бота для сканирования. Не-не-не-не-не-нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да-да, за пост. Ебать. Блять, он переплавил себя нахуй. У нас здесь минус 5 уже. Ебать. Так, сейчас там чувак внутри. Сначала за декой пойдем. Хо-хо-хо, дружище, я в курсе, зачем ты пожаловал. Хочешь, чтобы я лег на линию? Увы, приятель, ничем помочь не могу. Дед, этот ковид такая залупа. Бля, голубяка с ковидом все-таки. Еще немного и два года без патруя. Да, я правда читаю чат, бот навал. Спасибо, Хесус Мэн, за 18 месяцев, благодарю тебя. Пустая комната, кстати, спасибо за подписку, извини, пропустил. Тут будет кое-что не пропусти... Ой... Я выполняю особое распоряжение, надо тут кое-что вычерпать. Но мы можем потягаться. Чё скажешь, победишь, и я тебе что-нибудь подкину. Но под пресс не лягу, пост меня простит. Ебать дегенерат, да, блять? Вот и нахуй дегенерат и не переводится. Каждый выблядок считает себя дохуя умным.
Так, так, можно сразу псину, конечно, ебануть. Что мы и сделаем. Хотя нет, приятель, у меня не получится играть и работать параллельно. Я тебе вот что дам. На, бери свой набор. А теперь катись, мне работать надо. Ишь ты, неужто это... Босс очень обрадуется, когда это увидит. Привет, Сергей. Давно меня не было, решил снова ворваться. Что это? Всем хорошего вечера. Наверх! Катись отсюда! Да чё тебе ещё от меня надо? Я ждал тебе свой набор. Аннигилируйся. Короче, он наверх идет. Сюда. Он сюда идет, ждем. Сейчас во что-то превратится. Блять, а где он? А, вон он. Вот он. Спасибо, Тавлорн. Благодарю тебя за 3 подарочные. Вон он его даже не смог сделать, блядь. Я не могу его взять еще. 10! Что-то 10, блядь. Спасибо, Упорот, за подарочную. Сейчас его просканет. Игра кайф. Бловит. Да, игра кайф. Он опять стал кубом. Ничего не могу сделать с ним. Ладно, мониторим, ждем. Стример лошара, сам ты лошара. Пойдет в ту комнату. Мы, кстати, там не были еще, блядь. Блядь, да ну нахуй! Хочешь что-то купить? Не могу забрать! Качество ботов не улучшилось за всеми моими причинами, ты еще и одолел их. Дай-ка я еще разгляну твою колоду. Да ну, ты победил их всех, вот этими картами. Возможно, я упустил из виду некоторые синергии, тогда приступим. Блять, я думал, мы с ним поговорим и что-нибудь будет. Но там, тут пауза будет. Видишь эту конвейерную ленту? Такая же, как и у меня на фабрике. Проверим, насколько умело ты раскладываешь карты на столе. Блять, это карты придут к нему, что ли? Эм...
Может быть, ICQ. Бля, рипнуть, что ли, их? Ты понял принцип? Тогда ходи. Да понял я, блядь, принцип твой ебаный. Мы его рипнем, если что, и это. Это теперь мой, да? Приносит в жертву 3. Окей. Так, еще один ход будет жить. Бля, здесь будет самоубийство, кстати. Так, это надо уже убивать. Ну да, медведю пизда. Вместе с этой хуйней. Этого дождемся. Двойка, нормально. Этого ждем. О, нихуя хорош. Бля, в смысле? Я же не... Блять, погоди, в смысле? Блять, в смысле, я же не... Почему он прохуярился еще один дополнительный? А, олень, блядь, ебаный. Ёбаный сучий олень, блядь, да. Так рипаем нахуй его. Ой-ой-ой, блядь. Так, псина наша. Есть еще один ход, есть. Куда? Задефалась, да. Мразь. Эй, блядь. У меня были на нее планы. Вообще-то. Так, здесь можно двоих рипнуть, если что будет. С собакой, правда, не очень удобно. Так, могильщик надо рипать. Бля, если эту рипну, то трёшку мне негде сделать. А если эту рипну, она разъебёт вот так вот. Так, этот направо постоянно идёт, кстати. Может быть, и не стоит её пока рипать. Хотя могильщик уйдет, так-то похуй. Этот может еще один ход сделать. Да, этот сейчас убьет этого. Этот нормально, давай. Могильщик пусть идет, он бесполезный. Пусть уходит, все. Тут готово. О, сканер включен. Какую же карту отсканировать? Шучу, конечно же, самую сильную. Легко, далеко не лучшие параметры. Ну да. Ебать, твой ход. Ёбаный, блядь, сучий рот. Ой, блядь. Так, понятно. Ну, надо убирать отсюда ворона ёбаного. Блядь, 2-3, 2-3 у всех. Пиздец.
Ворона надо рипать. Вместе вот с этим, кстати, тогда. Да. И выставлять не псину только, а лося. А может даже мышь... А, мышь разъебут с одного удара. Так, здесь пизданули. Так, он отодвинется, и там будет место, он должен будет пройти. По идее. Можно, конечно, сейчас еще псину засамонить. А, нет, это нам придется рипать, да. Так, теперь эту хуйню надо убивать. Чтобы он туда не перешел. Дефать здесь не от кого, поэтому можно рипнуть ее. Или ёбнуть его, выставить эту хуйню и через нее, хотя нет. Сделаем так. Птицу сейчас заберем. Так, ну здесь целый ход, блядь, в ёбычу летит ему. Как бы заебись, блядь, просто ждем. А, ну и все на самом деле. Тебе просто повезло. Никакой скилл не важен, когда тебе фартит. Кажись, ты победил. Ты поставил себе цель стать новым переписчиком мертвых, не на замену той наивной старой деве. Лучше бы ты передумал. Так, погодите. Здоровки, чат и дед Бабда. А баг где? А, он уже ушел, да? Да, здорово, Локас. Так, подождите. Это не все вообще. Теперь нам нужно все исследовать. Давайте пока сюда не пойдем. Давайте начнем с самого начала. Заодно с ними поговорим. А, может быть, не с ней надо поговорить будет, а пиздец будет. Подождите, нет, с ней потом поговорим. Стримеру заплатите хорошим донатом. Хорошим донатом. Стримеру заплатите, ведь это Сергей Калье. А психодел игра скоро будет или в эту еще долго играть будешь? Нет, в эту еще недолго. Мы уже, это уже финал прям игры. Потом психоделик. Да, спасибо, TestName, за 400 рублей, это очень щедро. Благодарю тебя. Так, тут пусто, окей, а тут что? А, ну они просят также дубликаты, понятно. Не поменялось нихуя. Ничего. Нихуя, окей. Бля, может быть теперь к этой пизде сходить? Планируешь анпакинг на ночной чил или... Какой анпакинг?
Ты о чем вообще? Игра «Там, где вещи надо распаковывать» вышла сегодня? А почему я ее, блядь, планировал где-то? Ты вообще о чем? А, все, блядь, господи, ребят, я что, помню, что ли? Да, на ночной чил, наверное. Катись отсюда. Привет, Серг, как ты? Как тебе игра? Я так понимаю, здесь тоже нихуя не будет. Так, ну допустим. Время пришло, соискатель. Выбери, кого из переписчиков ты желаешь заменить. Блять. Подождите, мне кажется, что мы что-то еще не сделали, я в плане того, что третий ключ наверняка должен быть, блядь. 1, 3, 4 карты не хватает. Так, мне не хватает 4 карты в зверях, 1 карты в мертвяках. 3 карт в техно, 5 карт в маге. Блять, интересно, это на что-то повлияет? Окей, мне не хватает 4 карт в зверях, блять. То есть, а что за карты-то, ебать? Бля, ну надо искать на самом деле, вот какие, надо запоминать, какие карты вот здесь вот. Этот есть. Вот такой, такой. Надо какие-то купить отдельно, какие-то в паках искать. Ну вот Эрмага. Вот этот есть, да? Этот есть, этот есть. Треугольником и... Этот тоже есть. Этот тоже есть. То есть надо искать в паках. Урабороса нет, я его куплю. Вот это вот, кстати, я не понимаю, есть у меня, нет? А, его, по-моему, нет. Смотрите. Вот этого нет. Вот этого. Такая рука и треугольник справа. Ну да, его нет. Ее нет. Теперь такой с ромбиками. Да, вот появился. А этот с ромбиками есть. А этот с ромбиками есть, блядь. Так, ну сначала по магазинам надо. А я вот даже не знаю, как мне коллекцию-то лучше собирать, блядь, паками или вообще как. Так, пока с этим закончили, постойте. Пойдем теперь здесь в магазин. Куда же вот эта хуйня упала вниз? Она же не просто так упала. Так, теперь роботы надо искать, которых у меня нет. Этот есть. Пацан есть, это на 2 ходулинах. И краб. На 2 ходулинах есть. Краб есть. И вот такой робот здоровенный.
Есть тоже. Блять, спасибо, Блади Идол, за 5 подарочных. Пиздец. Слушайте, а у меня на паке, блядь, деньги хватит? Там постоянно повторки выпадают. И куда он сбросил? Он же сбросил куда-то как будто в воду, блядь. Где же эта хуйня, интересно, может быть? А, на манекене можно деньги фармануть? Но это да, на манекене можно деньги фармануть, кстати. А он там стоит, и с ним можно постоянно пиздиться, да? Это инскрипшн? Да. Так, короче, этот есть, этот есть, этот есть, а это все есть, блядь. Не, в куче позади робота нельзя копаться. Ладно, давайте потом форманем денег. Ну вот как понять, какие карты, блядь, я уже получил? Пиздец, вот... Жестяк, да, мне нужно бегать постоянно, сука, в эту коллекцию ёбаную, блядь. И не дают доступ к коллекции по-другому. То есть я не могу узнать, какие карты из коллекции мне не достает. Ладно, давайте купим магические паки. Вот какого-то вроде бы точно нет. Да, вот одна осталась, две. Три осталось магические. Бля, все так же три осталось, пиздец. А, или подожди. А, ну да. Раз, два, три, бля, пиздец. Бля, ну это не напасешься на паке. Бля, не падает. А, белым кружком на карте помечаешь, что она новая? Ну и хуйня. Да пиздец, не выпало нихуя. Бля, игра угорает, что ли? Слушайте, а может быть легче, у него карты покупать и крутить у него так вручную? Потому что там новые карты как будто вылазят. Не знаю, как бы что, вот что выгоднее, блядь, сделать. Вообще непонятно. Так, короче, нужно просто дохуя денег, поэтому я просто фармлю. Просто фармим бабло. Фармим костей до хуя. По-моему, у меня есть еще один двойной, надо его дождаться. Так, можно еще одну. Кошка, если что, рипнем как раз. У нее вроде бы 5 хп, да? Все, да, больше нельзя его бить. Вообще. Так, этот пришел. Здесь надо слот оставить обязательно.
Так, главное его не проебать. Чё, разом форманем, да, ребят, побольше? У вас не осталось карт, начинается голод. Понял. Плюс паки. Так, теперь богомолов ебашим. Так. А, не хватает, да? Можно еще, конечно, ебануть. Но думаю, так достаточно. Семьдесят четыре. Как думаете, хватит, чат? Мало? Еще? Ладно. Давайте три раза сделаем это. То есть еще два раза. Еще два раза. Это, блядь, что такое было? Привет. Ты самый лучший стример, который играет Ложь. В эту дурацкую игру. А, смешно. Спасибо большое, так и не ваше. Ебашим богомолов, спасибо. Да, я забыл про молоток, мы можем с молотком просто расчистить, если что. Давайте ждем, пока карты не опустошатся. Девяносто уже нахуярили. Вот это, конечно, билдец у меня интересный. Блять. В третий раз сейчас сделаем еще жестче. Мы сделаем еще жестче. Так. Такс. Можно другие карты вставить, сразу сбивать их на кости. Да, мы сейчас и так сделаем, и еще одну хуйню провернем. Да, я лок, рок и хочу добавить токсиком. В этом весь и прикол. Я про рок и вспомнил, да. Я сейчас третий раз добавлю рок к
которым буду энергии просто, блядь, по 3 кости еще получать каждый ход. Да-да-да, будет вообще пиздец. Так. А, это мы... А мы можем кошку разбить? Ну-ка, ради интереса. Да, можем. Окей. Так, еще 2 скелета. Хуярим оленя. Главное, бомбу не поставить. Так, это сожрет у нас, но один даст. На самом деле, вот этой хуйней можно уже не страдать. То есть, это уже... Это нам уже, на самом деле, похую. Это можно оставить, а сюда просто богомола ебануть, и все. Все, этой хуйней можно уже не страдать, то что это... нам проще переначать, ну, новый файт и все. И сейчас третий раз вместе с Рогом. Так. А Рог у нас... Вот он. Поехали. Рок сразу же приходит, блядь. Минус энергия. И сразу копальщик ставим сюда. Блядь, Рок пиздится! Его надо будет разъебать. Его нужно будет обязательно ёбнуть через взрыв. Есть 5 ходов для этого. Но с ним, конечно, пиздец фармится, да. Его надо ставить, когда... короче, когда у тебя есть взрыв. А почему не работает? Чё за бага? Понятно. Блять. Давай мне взрыв, пожалуйста. Пиздец. Перед неуязвимым поставить. Но его, если что, мы рипнем сейчас. Мы его рипнем, если что. Я забыл, мы же его можем убить. Разъебать его и все. Сейчас, тут еще есть. О, есть еще время. Еще один удар. Нам, мы уже просто молотком его ёбнуть, точно, я забыл. Ну все, придется разъебать его. Но уже пиздец, ребят. Бля, правда эти не зашли нам, двойные? Сто 141 уже.
176. Так, пришел этот у нас. Двести с хуем. Можно еще некроман скелет фармить. Да, это в пизду. Не надо. Так, теперь. Хуяк. Так, груду костей пока не надо. Вообще. Еще один гризли. Хуяк. Так, теперь нужно две белки и ворона. Сейчас будет нормально. Вот сейчас въебет чат. Остальные скелетов разбей, да похуй, я уже так расставил. Вон, у меня от гризли 8 уйдет, от этого еще 2. И от этого сейчас дохуя уйдет. Го еще раз, но рок нормально поставь. Я пока предлагаю с этим количеством денег сходить. Абьюзер? А чем я абьюзер? На самом деле, мне кажется, манекена же оставили, чтобы ты деньги фармил. Просто я фармлю их круто. У карты 100 с хуем уже, ребят. Ты выполнил ачивку 666 урона? А есть ачивка 666 урона за ход? Реально? Блять, может сделать ее? Ну типа как раз деньги фармануть. Ну давайте, я могу это сделать на самом деле. Вот, пришла. Так, просто перед ним ставим. Ты можешь карт себе на руки брать очень много, а если они кончатся, какая разница-то, что будет? Ну, а что голод-то будет? Ну, голод и чё? Что голод-то сделает? Так, единственное, что надо сейчас немножко его подхуярить тут. Но в смысле, после того, как голод на следующий ход я умираю или чё, чат? Мне инфа нужна просто. А, просто один урод хон? Блять, вообще похуй. Ну, бля, я не успею здесь, наверное. Так, что мы можем сделать-то?
Наверное, что можно, конечно, карты переводить, но это особо не спасет. Мне нужны мои двойные могильщики. Забагало! Блять, как это... Блять, вот это пиздец! Забагало! Вот эта вот карта... Короче, вот эта хуйня с активкой, она багает иногда. Пиздец, надо аккуратнее нажимать, блять. Бля... Ай. Не, мы не успеем нафармить, кстати. Где двойной этот-то, ёпта, во! Блять, если бы мы могли спастись от голода, может быть, голод убить как-нибудь? Например, взрывом, как вот этого мага. Бомбоботом каким-нибудь, блять. Или он не умирает? Он опять появится? А как он работает вообще? А, просто по одному урону буду получать, блядь. Тогда я могу просто... Он просто будет по одному урону наносить? То есть мне достаточно поставить кого-нибудь, кто наносит один урон в ответку. Например, жабу. Правильно? Что нет? Да при чем тут я его бить и не собираюсь, блядь, чат? Вы что, не понимаете? Я буду наносить... Бля, вы вообще не поняли, о чем я... Что я имею в виду? Вы вообще не поняли, блядь. Вы вообще не поняли мою мысль, блядь. Пиздец, при чем тут нахуй урон по голоду, блядь? Ты не сможешь нанести единицы урона? Почему, блядь, я не смогу нахуй нанести единицу урона? Чем дольше голод, тем сильнее они становятся. А, ну вот это другая хуйня уже. Угу. Но этого мне не хватит. Так, голод еще не появился. Так.
Теперь берем, например, жабу. Так. Вот оно как работает. Понял. Угу. Айс. Ага. Здесь все, надо просто уже, ну, все, разъебывать это. И ходить, и все. Я не думал, что он уничтожит эту хуйню. Мы сейчас излишним уроном убьем. И все. Так, единственное, что... Все, ГГ? Нет, не ГГ. Ща. Бля, где он? А, блядь, энергия. А, ну все нормально. Чем? Угу. Похуй вообще. Так. Вроде все. Но это, конечно, не 666, надо... Короче, для того, чтобы сделать 666, нам нужно набрать гигантскую деку. А возможно, надо еще сделать синергию, которая позволит постоянно заряжать энергию. Сейчас надо посмотреть. Да, Пирог, я об этом и говорил. Вот в чем вопрос, чат. Мне сделать эту ачивку сейчас? Потому что в целом, на самом деле, я могу ее сделать... Ну, это будет нетрудно. Еще ты все карты можешь сломать? Нет, здесь я не могу сломать их. Чтобы их сломать, их надо выставить. Но мы сейчас не будем этим заниматься. Две косточки за один урона. Ну, то есть, 666 умножить на 2. Блять, как жалко, что я не могу внести сразу дохуя.
Пожалуйста, можно потом? А мы потом сюда уже не вернемся. У нас прогресс будет, и мы нихуя не сделаем. Минут 40 займет? Я не думаю, на самом деле. Мы сейчас с помощью синергии. Короче, я возьму все карты, которые есть. Правда, я заебусь ждать, когда мне придет рок. И все карты, чтобы голода не было, блядь. В два раза увеличить дегу, это не так работает мега. Это если придет в самом начале рок. А если рок в самом начале не приходит, то... Ну все, видишь, Гвардикс. Мне кажется, не успеешь сегодня игру пройти. Ну нет, я сегодня буду по-любому ее допроходить до конца. На еще один стрим я ее не хочу оставлять уже. Код Вейн не играл, поэтому никак, калитка. Бля, нахуй автор не дал возможность... Ой, блядь, какого хуя он не дал возможность заливать как-то, ну, по-быренькому. Нет, дурка, не едет. Блядь, реально, походу, сука, автор, походу, блядь, издевается. Я не знаю, как еще это объяснить. А нельзя кучу костей апнуть у грибов? Нет, нельзя. Дед меня развел на 55 сабок. Вот гаденыш, это пиздоболие. Нет, не хочу Рокзарио. Все, блядь. Моя кровь кипит жаждой мщения за кровь моего народа, во имя которого я должен пролить вдвое больше крови. А может и втрое больше. Пусть ад наполнится кровью, и кровь эта воспламенится, а потом пойдет кровавый дождь, и тогда крови будет достаточно, а может и нет. Такие игры, как это ЗБС, но жду следующую. Пока проводник энергии находится в замкнутой электрической цепи, ваша шкала энергии не истощается? Это как, блядь? Так мне для этого тогда и не нужно карт нихуя. Так, а это пустой. Пустой проводник может замкнуть электрическую цепь, но не дает никаких преимуществ. То есть мне нужно два их, один этот и рок. Все. Окей. Готово. Ну где рок-то, блядь?
Я даже не буду этого ставить сейчас, похуй. Ну, бля, 17 карт уже осталось, где? Бля, вот как всегда, нужные карты, блядь, закон подлости в самой пизде, да, чат? Так, этот у нас есть, хорошо. Блядь, я в шоке, блядь, в самой жопе, нахуй. Да ладно. Это еще один пустой проводник, который я взял. На всякий пожар, чтобы быстрее выпало. Так. Бля, он самый последний, что ли? Блядь! Блядь, у него атака ебучая! Слушай, а здесь, конечно, хуйня ебаная. А, ну какая разница-то? Он же бесконечную энергию дает. Все? Ой, бля. Блять, хотите, я звук выключу, что вас не заебало? Нет, блядь, нет. Ладно. Ой, блядь. Спасибо большое, TSName, за 100 рублей. Я разноображу звук с мощным пертежом. У тебя получилось, бро. Спасибо большое, FX, Zinux, за 2 подарочные. Wallet, спасибо большое за 4 месяца. Сарказм за 27. Тавлорен за 4, Блади Дол, я тебе уже говорил, спасибо. Да, Джедиорг, да. Кстати, нам кликать-то не так много надо. Он нам дает по 3, а нам нужно с вами 666 на 1300 с хуем. Опаньки. Сабдвач! Мур-мур-мур-мур! Ну или так. Хуйня вопрос. Наверное. У меня есть замена пустого проводника. Знаете, что мне нужен? Мне нужен еще один проводник энергии.
А, да нет, нихуя, кстати. Типа, я разрушаю... А, ну да, не, мне нихуя не нужны, на самом деле. Право бота сломать? Так, если я сломаю право бота... Не-нет, если энергия уйдет, сеть перестанет быть замкнутой. Блять, охуеть, кстати. А, бесконечный тоже проводник? Не-а. Не-а. А! А, это просто цифра, блядь! Возраст, это просто цифра! Ёбаный рот, блядь! На самом деле он начислял! Блядь! На самом деле он начислял, ведь. Да, кликать, конечно, от дохуя. Но на скелет надо кликнуть будет всего 666 раз. Ага, очень смешно, хялочка. Я уже 100 с лишним раз кликнул. А зачем 665 надо? А зачем мы это делаем для суперкрутой ачивки под названием 666 урона? И плюс мы получим столько денег, что сможем открыть полностью коллекцию, я думаю. Как думаете, как лучше коллекцию открывать? Чат-паками или скупая по одной карте? А не, наверное, паками, потому что пак стоит 5, и оттуда сразу 4 карты. А если карты покупать, там некоторые карты по 2, по 3, по 4, блядь, стоят. То есть, ну, короче говоря, невыгодно нахуй. И при этом карта у тебя одна и та же, и замена не факт, что будет нужная. Паками реально лучше, да. Да-да-да, иначе очень дорого выходит. А тебе денег хватит? Блять, у меня денег дохуя сейчас будет просто. А тебя не наебали, что есть такая ачивка? Вдруг кто-то пошутил над дедом? Бля! Блядь, я не подумал, чат! Блядь, а вдруг это шутка, нахуй? Ну ладно, в любом случае мы скоро узнаем. Чекнул, есть такая ачивка? Понятно, отлично. Что? Нет! Без рофла она есть, блядь. Прикольно же, блядь, сидеть на стриме, когда мы проходим игру настолько подробно, еще и, блядь, делаем ачивки, которые, как бы, ну, реально, блядь, подушиться надо. Мне ж реально охуеть. Можно, блядь, посмотреть такое прохождение и сказать, что ты сам игру прошел, блядь, потому что, ну, пиздец, уже все, блядь, посмотрел. Да, Урабороса можно купить, да, Урабороса у нас нет, его надо купить будет, да. Ты
Ты не устал кликать, блядь? Нет. Хочешь, приезжай ко мне, кликай за меня. Уже 400, чат. Ну, я предлагаю, ребята, обезопаситься и реально сделать урона чуть больше, например. Я предлагаю, например, сделать 700 урона на всякий пожарный. Так не хватит? Ну, мне хватит все. Понятно, Рисакью. А там есть ачивка, ребят, на какой-нибудь более крутой урон? Там, например, 999. Да не хочу я прикидывать это, доктор мод. Нет, ладно. Нанесите более 666 урона за один ход. Ты не думал поставить автокликер? Я хардкорный геймер, я все делаю своими руками, блядь. Нет, в ачивке сказано более 666, Алекс. Так что... Привет, Сергей, как дела? Меня жизнь ебёт жестко опять. Что случилось, Рамзес? Ну вот бы кнопка сломалась. Там в ачивке 666 тысяч урона и больше, блядь. Бабушка сегодня умерла, до этого мама. Ой, блядь, Рамзес. Дед, будешь проходить Дельтарун, чап? Нет, блядь, не буду. Конечно, буду. Чувак, соболезную, но я уж тебе все говорил, блядь, не знаю, что после мамы сказать. Крип-крип, напиши восклицательный знак донат, и тебе даст ссылку бот. Спасибо, Гермит, за 99. Там манекен в ахуе сидит, блядь. Ну чё? Блять, ну что, всё? Готовы? Да, всё, забавы дьявола.
Переизбыток денег, блядь. Ням-ням-ням-ням. Эй, посмотри, Тимоша, что ты кушаешь. Вообще. Ты что, не видишь?